Здравствуйте, товарищ Рыбалов. Сегодня хочу предложить вашему вниманию небольшой видеообзор на интересную вращающуюся блесну от компании FishyCat. Компания FishyCat славится очень качественными воблерами, ловистыми, ну и также в их ассортименте имеются и прекрасные вращающиеся блесна, как в данном случае с названием Britain Nick. Или никл. Никил, по-моему. Ну, не столь важное название. Может быть, я, конечно, произношу неправильно. Прошу меня за это простить. Самое главное, что эта вертушка, и точнее серия этих вертушек, имеет разные размеры. И выделяется тем, что они оснащаются одинарными крючками безбородыми. А это сделано для того, чтобы, если вы планируете отпускать рыбу и наименьше ее травмировать, дабы чтобы рана от крючка у рыбы зажила быстрее и не нанесла, то есть вываживание нанесло наименьшее повреждение, используется одинарный крючок. Также он способствует тому, что с одинарным крючком гораздо меньше зацепов, и нисколько это не влияет на засекаемость и удержание рыбы хорошо сбалансированной снастью. Ну, при желании также всегда можно поставить и тройник, но скажу по своему опыту, что одинарный крючок ничем не хуже тройного. Если ставить тройник, то он в любом случае будет более меньшего размера, дабы не нарушить баланс данной вертушки, не сбить ее игру, которую была заложена производителем. Вертушка в данном случае второго номера, весит она 5 грамм, изготовлена из высококачественных материалов нержавеющих. Сердечник на вертушке представляет из себя такой как бы сросшиеся или спаянные капельки, которые в принципе хорошо имитируют сегментное тело насекомого либо же червя. И классической формы лепесток с нанесенным краской такой вот рисунка в виде таких вот полосок. В данном случае цвет золотой с красным. Блесна имеет очень яркую выразительную игру за счет активно вращающегося лепестка и хорошо привлекает рыбу. Что хотелось бы отметить, блики света от лепестка, они очень такие ярко выразительные и хорошо заметные. Даже с большого расстояния рыболов прекрасно видит, где проходит приманка, и может контролировать ее скоростью подмотки. Несмотря на то, что данная блесна вращающаяся, и как все мы знаем, что вертушки по забросу не ахти как летят, тем не менее эта блесна очень прекрасно забрасывается и летит в соответствии для вертушки. На данную приманку можно ловить абсолютно разнообразные виды хищников, такие как окунь, галавль, жерех, ясь, и даже не исключена поклевка щуки, так что не следует забывать об использовании стального поводка, либо же флюорокарбонового. Так что всем любителям лайтовой ловли советую данную приманку к приобретению. Стоит она недорого. Приобретал я ее в интернет-магазине F-Magazin по довольно-таки приятной цене. Так что
также вам советую. Ссылочка на приманку будет в описании под видеороликом. Спасибо всем за внимание. Видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.